Фермеры из сельскохозяйственного производственного кооператива совместно с Павлодарской региональной палатой предпринимателей «Атамекен» отправили гуманитарную помощь для социально уязвимых слоев населения города Нур-Султан. Сегодня загрузили две фуры с 32 тоннами продуктовых наборов. В каждой коробке продукты первой необходимости, среди которых разные виды круп, сахар, подсолнечное масло, макароны и многое другое. Главный лозунг СПК «РТСАГРО» – «Помогая другим, помогаешь себе». Несмотря на то, что нашему кооперативу всего 4 года, это первая наша помощь. В дальнейшем мы планируем перевести эту работу на регулярную основу, так как совместно с Министерством сельского хозяйства при поддержке Национальной палаты, местных исполнительных органов планируем реализовать проект по переработке сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольствием по доступным ценам, продовольствием населения региона, созданием дополнительных рабочих мест.